Сейчас мы поговорим не только о стильных брюках, но еще и о тех брюках, которые будут моделировать вашу фигуру. Да, если вы хотите похудеть, вам к нам, только без диеты. Светлана Воронцова, стилист телеканала, подбирает такие волшебные вещи, которые превращают нас в статуэточек худых. Моя задача подобрать прежде всего по колористике, а вот бренды делают такие вещи, которые делают из вас статуэточек. Обратите внимание на то, что брюки стиль представлены у нас из цветных материалов, это текстильное плотное полотно, и за счет эластана, который добавляется сегодня с мясовой ткани, брюки садятся просто идеально. И еще раз вас обрадую, это бренд Пала. Сегодня созвездие брендов на телеканале Shop&Show участвует в день распродажи. Да, и распродажи, и брендовые предложения. А значит, только у нас вы найдете, предположим, брюки бренда Пала Стиль. Такие брюки не продаются в магазине. И сегодня они на нашем телеканале доступны по цене. Внимание, брендовые брюки. 1599 рублей. Очень хорошая скидка, почти 1000 рублей. И хочу заметить, что все звонки бесплатные. Вы можете прямо сейчас уже заказывать свои брюки. Оленька, давай посмотрим на Марину. Очень красивое сочетание холодного серого жемчуга и сиреневого цвета. Эти цвета созданы друг для друга и смотрятся, конечно же, очень хорошо. Это блуза Жанет. Давайте посмотрим, какой размер выбирает Марина. Марина носит 50-й, у нее узкие брюки, но узкие бедра. Но хочу сказать, что эти брюки идеально подстраиваются под ее фигуру. И еще замечу о том, что брюки прямого классического кроя удлиняют силуэт, поэтому создается ощущение, что Марина длинные, предлинные ноги. Ну куда длиннее-то? Я вот иногда смотрю на них, думаю, ну боже мой, ну вот родились же с длинными ногами, как я тоже такие хочу. То есть, если я буду заказывать именно эту расцветку, ноги мои визуально будут длиннее казаться, да? Дело даже не в расцветке, дело в фасоне. Вообще, любая расцветка брюка, а у нас брюки стиль представлены в трех цветах. Сейчас мы видим с вами только два цвета, но у нас есть еще третий цвет, он глубокий серый. И сейчас мы видим с вами Настю, которая выбирает оттенок бордо. Обратите внимание, что и у Насти ноги тоже удлинились. И это все да, благодаря прежде всего фасону. Это бренд Пала.